Мы в новом кафе, называется Алсад. Картошка будет фри в сыре. И что это, папа? Chicken submarine. Что такое субмарин? Big sandwich. Большой сэндвич куриный, пиццу, сок. Короче, и в конце видео, такая вот картошка, и в конце видео я вам, естественно, покажу чек. Еще нам принесли вот такую вот штуку сладкую. Я сказала, что это блинчики, но муж сказал, что это крэп. Крэп. Это крэп. Чем отличается, сейчас будем пробовать. Я буду. Все, пробуем крэп. Крем. Крем. Крэп. Здесь чем-то похоже на наши блинчики. Но более высушено. Очень много шоколада. В принципе, и все. Вкусно, очень сладко. Ну, по мне все равно, как наши блинчики. Немного о кафе Джалсад, который находится в районе Майруба. В общем, наш ужин составил $40 на троих. Напоминаю, что мы взяли картошку в мандире с сыром, пиццу, две куриные сэндвичи. Окей, до новых встреч. Пока-пока.